этого на канале Кандиев. И сегодня мы приехали в необычную страну купаться. И сегодня будет много всего интересного. А кто еще не подписался на канал Кандиева, быстренько подписывайтесь. Ведь вас ждет очень много всего интересного. Вот, например, сегодня я буду купаться. Идемте переодеваться. Вонюточки пляжа. Ребята, смотрите, кого мы словили возле нашего дома. Ёжичек. Маленький ёжик. Мы ему молочко попить дали. Да, такой хороший. Нравятся тебе ёжики? Да, они хорошенькие. Сейчас мы его попоем молочком и отпустим. Да. Пускай бежит. Пусть бежит. Ой, побег! Побег! За молоком побежал. Нет, он побежал на свободу, Зак. Давай посмотрим. Как он будет бегать. Ну, может, молочку он подойдет? Где вы отойдем? Фыркает? Фыркает. Пока, ёжик, пока. Иди. Отпусти ёжиком. Бежать куда хочет. Видишь, как он продирается сквозь травку. Сейчас мы на природе идем на озеро. Смотрите, сколько здесь колосков. Представьте, это люди садили, потом поливали. Не поливал дождик, солнышко. Сапать тоже не надо. Тут только посадили, удобрили, полили же химикатами, если надо. Такая туристка. Да, купальники мы взяли, так что купаться, наверное, будем. Угу. Если вода будет теплой. Теплой. Вчера мы купались, то вода была хорошая. Ну, конечно, я залезала чуть-чуть в конце. Ну, ты не вылазила целый день из воды. Я далеко так уплывала, я плавать воздушно не научу. Тебе уже нужно учиться без нарукавника плавать? Ну как, я только в нарукавниках начала плавать. Да, но нужно, говорю, учиться и научишься пробовать. Я даже прыгать с моста боюсь. С моста не надо прыгать, просто плавать. То щеки надул. Лопнешь, деточка. Ребята, у меня выпали зубы. Покажи свои зубы. Ой, новые же растят зубы. Ага. Прячься. Какой-то жук сидит. А ну наклони, посмотрим. Смотри. И бабочка. Маленькая какая-то. На озеро. Какой жук. Интересно. Ты уже посмотри.
ходишь, собирает. Классно, жук. И жукаешь. Какая тут красота. Правда, Ева? Да. Я стою у не хомяков. Не хомяков. Лапа сказала, что в корме хомяков я стою. Он птица как раз. А кого мы вчера тут видели? Помнишь, кто тут летел? Мы вчера шли, над нами птица большая. Аист летел, правда? Да. Классно, да? Большой мы такой. Мы хотели снять и показать вам. Он улетел. Сколько живности на одном цветочке. Пчела, пчелы, осы, шмель. Такие мед собирают. Смотрите, какой я дуванчик нашла. Смотрите, моя ладошка по сравнению с ними. Будешь срывать? Да. Давай. Ага, его еще сорвать тяжело? Нет, руки побелели. Давай попробуем. Побелели на мне. Я купил жирный. Держи. Подержи. Покажи всем. Какой классный одуванчик. Давай еще. Класс. Посадятся еще новые одуванчики. Мы уже зашли сюда. Вон наше озеро. Здесь такие маленькие беседочки. Вот здесь клёво. Рядышком возле моря бар. Возле озера я. Возле озера. Может бар. Можно туда спрятаться от дождя. Можно заказать пиццу, там сок. Это очень круто. Сейчас потом. Ева? А идем туда? Пошли наверх. Где? Нет, зайка, не туда. Тут. Ева. Площадка. Вон горка, смотри. Да. Поедешь? Ну, давай. Она высокая и очень сильный наклон. Да. Я боюсь туда. Не, давай. Ты не такие горки покоряла. Какие? Горочки. Как ощущение? Сама отплыть далеко. Только на рукавниках, конечно. Или в кругу. Ну, идем к озеру. Я не знаю. Ты кого знаешь? Это я мало солнце забыла. Я пошла плавать. Я не могу. Идешь пробовать воду? Да. Разувайся. Холоднее, чем вчера? Да.
Ну как? Ребята, если бы я вам могла, но она очень холодная. Очень-очень? Да, будешь, я думаю, что будешь. Тут такая красивая бабочка живет. Только она не хочет, чтобы мы ее снимали. Ну ладно. К нам пришла. Иди погадь. Иди сюда. Садись. Сейчас посмотрим, как Ева купается в озере. Ева, плыви. Как ты плаваешь, покажи. Такое озеро в лесу, красивое. А вот Ева, плыви, давай. Плыви, показывай, как ты плаваешь. Вот так, ножками, ручками. Еще пока на рукавниках мы пробуем плавать. Давай, плыви. Я только первый раз на рукавниках плаваю. Мы в прошлом году на море, когда там мы на озере и на морях, на море плавали без нарукавников, но ты еще слабенько плаваешь. Давай, плыви туда. А вот так, вот туда. Давай, да, давай, плыви. Ну, давай, поплыли. Плыви, 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 плыви. Долго плыви. Ну, вчерашние уточки плавают там. Потом пойдем их покормим. Утята маленькие, дикие. Сейчас тучка. Солнце закрыло. Не дождевая, просто такая вот. Сейчас она пройдет и будет опять солнце. Я хочу, чтобы я казалась дырна. На. А смотрите, я плавать не очень. Два рыбака челлендж. Челлендж. Ты будешь рыбкой, а я рыбаком, да? Я буду тебя ловить? Мы стоим туда далеко, и только вода плывет до берега. А-а-а. До берега? До следующего? Не, до того. Ты первый добежит до берега, да? Нет, добежит или доплывет? По дну добежит. Да? А если не умею плавать, можно бежать по дну? Нет. Надо плыть. Только плыть, да? Ой! Ну плыви. Но не трогай. Ну, а я вижу, ты уже побежала. Побежала. Я не вижу. Да. Эй! Кажется, кто-то уже доплыл до берега. Что за дикий крокодил? Вау! Без зубов. Пираньи тоже без зубов, да? Пираньи без зубов. Маленькие уточки приплыли. Утки. Я могу с ним даже зайти. Да, только рыбки, видишь это? У них. А там рыбки внизу хлеб подъедают. Идем с мостика, а то они боятся. Идем на мостик зайдем. Идем. Они боятся подплывать. Идем с мостика будем кормить их. Идем. Видишь, как на рыбке он там хлеб кушает. Класс. С той стороны чуть меньше, а с этой стороны. Их, наверное, меньше.
Видишь? И мы и рыбок покормили, и уточек покормили. Уточка он достается бутерброд с рыбой. Бутерброд с рыбой. А уточки, да, покушают и хлеб, и рыбку. Как раз вместе бутерброд с рыбой. Я люблю бутерброды с колбасой, а не с рыбой. Ты любишь с колбасой, да? И с майонезиком. И еще горячие бутерброды. Ясно. И еще с плавными сырками, и еще какие-то. Вот эти, кого я нашла. Ты улитку уже словила? О, кстати. Покажи. Поверни ее. Поверни вверх ножками. Ты рыбка золотая? Иди сюда ближе. Плыви, я посмотрю, как ты плаваешь. Ой. Ручками как? Да, больше. Вот так, да, больше. Ага, класс. И ножками не забывай. Сюда плыви. Ой, как классно. Лерочка. Лерочка. Ты солнце. Ой, ты моя маленькая. Две девчонки мои. Очень маленький блогер. Будущий блогер. Да. Ты куда? Бибип. У меня исчезают, а у нее появляются. Ну, у тебя новые растут еще. Верочка, покажись там. Что ты делаешь? Ой, как ты играешься красиво. Она еще не умеет Леечкой пользоваться. Русалка приплыла наша. Тебе нравится в круге этом плавать, да? Рыба. Здесь плавают такие маленькие рыбки. Ага. А вон уточки плавают, да? Вот видишь, что мы кормили. Мы можем еще их взять. Мы кормили два раза уже. Да, два раза кормили. Можем еще покормить третий раз. Ну давай посмотрим. Так. Идем. Вот мой. Идем посмотрим. Давай-ка я. Может, поплаваем с ними? Зайчик, это дикие уточки, они не будут плавать с тобой. Просто поплавать с ними. Это ты рыбку словила им, видишь, мама? Тут очень красивая территория. Да. Вон бар. Вон бар. Пиццу завтра закажем. Угу. Смотрите, какое мы мороженое купили. Так, вот. Давай быстрее кушать, а то оно растает сейчас на жаре. Да, смотрите. Розовое – это малинка. Вот это фисташка с простым белым мороженым, а внизу их мята. Мятное мороженое, да? Вкусняшка. Чуть-чуть это остываешь, а то тебе красненькое, загоревшее все. Ага. Жара. Пока, подписывайтесь на канал Кэнди Ева и не забывайте ставить лайк. Пока-пока.